Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Меры по предупреждению пожаров обсудили на краевом заседании КЧС. Удобно, быстро, качественно. Многофункциональный центр расширяет свои возможности. Доступная среда. Соревнования по подводному плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошли сегодня на курорте. На приеме у главы города поднимаются самые животрепещущие вопросы. Станислав Журавлев надеется увидеть детский парк цивилизованной зоны отдыха, где все в соответствии с названием. Одна беда – хозяева парка – частные владельцы земли. Несмотря на то, что весь массив зеленой зоны на берегу реки Анапки принадлежит частным владельцам, с ранней весны на субботниках здесь наводят порядок тосовцы, работники культуры, все, кто неравнодушен к этому прекрасному месту отдыха анапчане. В сезон сюда по требованию главы отправляют специалистов городских мусороуборочных компаний. Станиславу Николаевичу Журавлеву, дошедшему в своих жалобах до высшей инстанции, как и многим жителям Анапы, хочется, чтобы землю вернули в муниципалитет. Сергей Сергеев объясняет, какая работа ведется в этом направлении уже не первый год. Мы подаем заявление в суд. Суд нам отказывает, мы в апелляцию, апелляция отказывает, мы в кассацию, кассация отказывает нам. Чтобы человек знал, а то ж создается иллюзия, что мы ничего не делаем. Станислав Николаевич живет в Анапе 6 лет, и ему трудно поверить, что весь земельный массив, отданный когда-то в частные руки с целью его развития и создания здесь детского парка, поделен на кусочки, которые перепродаются не в первый раз. Эти земельные участки, вот они находятся в собственности. Вот как бы они идут в собственности, в собственность, собственность. Как бы. Не, ну вот это что у нас, это детский парк? Вот это детский парк? Это все детский парк? Нет, тут лесопарковая зона, а детский парк же вот до Анапки, я так понимаю. Это все детский парк. А пыль страшная, сейчас пыль страшная, там тысячи людей, это, мне кажется, меньше на центральном пляже, чем там. Там вот сплошным потоком идут, а дороги нет. Заасфальтировать пешеходную дорожку или уложить тротуарную плитку, на чем настаивает Журавлев, невозможно на частной территории. Глава обещает вновь обратиться к владельцам земли с просьбой. Напишу письма с предложениями, своими, не вашими, собраться под нашим председательством и решить вопрос об укладке твердого открытия. Мы вам направим эти письма, копии, чтобы вы не думали, что мы ничего не делаем. Но будет результат положительный, спасибо им, не будет. Есть предел возможностей, понимаете? Ну а за мусор, который неизменно скапливается на участках с бойкой торговли, глава города дает задание своему заместителю штрафовать недобросовестных хозяев. Записывай, пусть Бузунова просматривает и штрафует их за санитарное состояние. Вот свалка есть, природоохранная прокуратура, 3 бутылки собралось, можно рассматривать как свалку. Вместе с жителем Анапы, радеющим за судьбу зеленой зоны, заместитель главы города Анжелика Бузунова прошла пешеходной тропинкой по детскому парку. Дала задание где-то скосить сорняки, где-то убрать поваленные деревья, вывести мусор. Все эти работы начались незамедлительно. К сожалению, ни один из владельцев земельных участков к этой работе не присоединился. Обеспечение безопасности в период пожароопасного сезона – одна из центральных тем заседания Краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В работе совещания, прошедшего сегодня в режиме видеоселектора, принял участие глава Анапы Сергей Сергеев и руководители ответственных служб и структур. В период с 4 мая по 9 июня Краевая комиссия с выездом на место проверила все 44 муниципальных образования Кубани на предмет противопожарной готовности, выявив ряд недочетов, которые необходимо устранить в срок до 10 июля. Было отмечено, что по сравнению с прошлым годом количество загораний на Кубани уменьшилось на 24%, но пожароопасная обстановка остается напряженной. А ситуация, которая на данный момент сложилась в Анапе, рассказал глава курорта Сергей Сергеев. Нами разработан и реализуется комплекс превентивных и профилактических мероприятий. Создана и функционирует муниципальная пожарная охрана, которая дислоцируется на пожарно-спасательных постах в хуторе «Рассвет» и поселке Виноградном. В боевом расчете состоят пожарная автоцистерна на базе автомобиля ЗИЛ-4, пожарно-спасательных машин на базе автомобиля «Нива». Для организации взаимодействия с добровольными пожарными командами
имеется 5 пожарных автопомп, 45 пожарно-ранцевых огнетушителей РП-18, 900 метров пожарных рукавов разного диаметра и 80 хлопуш. Это, а также переносные резервуары для подачи воды в труднодоступные места. Сергей Сергеев подчеркнул, для оповещения населения об угрозе ЧС и пожаров создана 4-уровневая система. Кроме того, работают 10 мобильных групп из числа членов КЧС и администрации сельских округов, оснащенных автомобилями повышенной проходимости. Большое внимание также уделяется разъяснительной работе. У нас проведено 22 схода граждан по профилактике. Я действительно лично контролирую эту работу. В завершении заседания краевого КЧС было подчеркнуто, что темпы работы снижать нельзя. Особое внимание необходимо уделить профилактической деятельности. С 1 июля в городском многофункциональном центре, не выезжая из Анапы, можно будет заказать услугу в любом муниципалитете. В организации отмечают значительный рост числа посетителей. Это связано с постоянным расширением направлений работы, а также с тем, что жители знают, куда необходимо обращаться, чтобы сэкономить время. Пока взрослые решают важные вопросы, детям тоже есть чем заняться. Есть также специальная комната матери и ребенка. На днях в многофункциональном центре начали принимать документы на выдачу 25 тысяч рублей из материнского капитала. Для этого необходимо написать заявление, сделать копию паспорта и государственного сертификата. Если возникнут вопросы по этой или другой услуге, можно получить консультацию. МФЦ в итоге у нас принимает документы, просто снимая эту нагрузку, скажем так, с пенсионного фонда в данной в конкретном случае. Вы вот видите, то есть у нас в принципе очередь более-менее движется нормально. 36 окон у нас работает специалистов МФЦ универсальных. В пенсионном фонде, где принимаются документы, естественно, количество специалистов меньше существенно, поэтому там больше очереди. Экономия времени граждан и их удобства – так выглядит новая концепция отношений между гражданами и властью. В Краснодарском крае МФЦ курирует на уровне муниципалитетов. В Анапе по итогам 2015 года многофункциональный центр обслужил более 180 тысяч человек, практически в два раза больше, чем в 2014 году. Пойдите, пожалуйста, в окно номер 3. Сегодня организация принимает документы на оказание более 200 федеральных, краевых и муниципальных услуг. Речь в том числе о выдаче паспортов, регистрации сделок с недвижимостью. С 1 июля в регионе стартует программа экстерриториальности, когда любой житель края, находясь в Анапе, сможет заказать услугу в любом муниципалитете региона. Например, в Анапе сдать документы на разрешение на строительство человеку, у которого объект находится или земельный участок в Славянском районе. Также в ближайшей перспективе прогнозируется предоставление на базе МФЦ услуги по замене прав. И также в дальнейшем все услуги по регистрации, по месту пребывания, по выдаче паспорта будут переведены на МФЦ. Так же, как с 1 января, все услуги Росреестра тоже предполагается осуществлять только в МФЦ. То есть все услуги по регистрации прав на недвижимость будут осуществляться у нас. По словам Светланы Волосковой, все идет к тому, что все без исключения государственные, региональные и муниципальные услуги будут оказываться через МФЦ. Причем необходимо будет лишь принести документы и через определенный регламентом срок забрать результат. С 1 же июля анапчанам будут более активно предлагать оценить работу учреждения. Сегодня по статистике средняя оценка близка к высшей – 4,99 балла. Напоминаю, что многофункциональный центр в Анапе находится по адресу улицы Шевченко, 288А, корпус 2. Время работы с 9 утра до 8 вечера, все дни, кроме воскресенья. 1 июля фермерам расскажут, как получить государственную поддержку. В станице Гастагаевской пройдет День малых форм хозяйствования. В мероприятии примут участие специалисты Министерства сельского хозяйства края, представители администрации Анапы, кредитных организаций, ветеринарного управления. Они окажут информационную помощь в вопросах предоставления мер господдержки, проведут консультации по получению кредитов. Также будет организована продажа молодняка крупного и малого рогатого скота, кроликов и птицы, ярмарка сельскохозяйственной продукции, бесплатная лотерея с призами. День малых форм хозяйствования пройдет 1 июля с 9 до 12 часов в станице Гастагаевской на улице Советской в районе Дома культуры.
На Кубани в 2,5 раза увеличили субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. Согласно приказу регионального Минсельхоза, на закладку виноградников будет направлено 132,5 тысячи рублей, на уход – 35 тысяч. Размер субсидии составляет 80% на все виды работ. Напомним, в 2015 году на закладку выделяли 50 тысяч рублей и половину этой суммы на уходные работы. Все условия предоставления субсидии можно узнать на сайте администрации Краснодарского края. Вот уже 6-й год на территории нашей страны работает программа «Доступная среда». В Анапе для людей с ограниченными возможностями здоровья создаются все условия, чтобы они могли иметь доступ к социальным объектам и пользоваться благами цивилизации. В рамках проекта на курорте впервые прошли соревнования по подводному плаванию среди этой группы населения. На международные состязания по дайвингу приехали команды из России и Европы. Мероприятие такого уровня проводится в нашем городе впервые. Новый такой вид спорта именно для дайверов-инвалидов. Вот. Ну и фактически мы показываем, презентуем, что ли, вот этот вот новый вид такой спорта, ну, для помощи в реабилитации людей с инвалидностью. Организатором соревнований выступил клуб подводного плавания «Акваглобус». Этот спортивный объект уже не первый год работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья и сотрудничает с фондом «Доступная среда». Поэтому определенный опыт работы уже накоплен. Социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья посредством дайвинга. Вот. Началось все с простого. Мы обучили своих инструкторов. К нам приехал Никита Ванков. Это наш был первый дайвер, который получил сертификат. Мы поехали в Словению, там отныряли. И пошла цепная реакция. То есть запотянулись другие люди. На сегодняшний день это на самом деле социальная адаптация, реабилитация. Вы сейчас увидите, насколько всем хорошо. Здесь находятся дайверы, инвалиды из Словении, Хорватии, Воронежа, Воронежской области, Ханты-Мансийска, Анапа, Москва, Московская область. И всех нас объединяет наш дайвинг, наше Черное море. Соревнования состояли из 3 испытаний. Участникам нужно было пройти полосу препятствий, испытать силы в поиске предметов при ограниченной видимости и проверить командную слаженность в эстафете. Спортсмены показали недюжинное стремление к победе, а капитан команды из Словении и вовсе назвал проходящее мероприятие историческим событием. Это исторический момент. Это исторический. Почему? Как КМАС, Светская подводная федерация, Всемирная федерация, он в первый раз нам дал как... Нам дал как зеленое светло. В Анапе очень нравится нам все очень много. Знаете, как мы приехали первый раз в Россию, это не было инвадайвинга. А сейчас инвадайвинг в России, он большой, как у нашей маленькой Словении. Испытания дайверы проходили в бассейне на территории комплекса «Золотая бухта». По результатам соревнований на первом месте команда из Воронежа, на втором – спортсмены сборной Московской области, а бронзу получила команда Анапы. В личном зачете лучшие результаты показала Светлана Фомичева. За волю к победе ей был вручен фирменный дайверский жилет. Организаторы уверены, это только начало долгосрочного проекта. На будущий год географию участников соревнований планируется существенно увеличить. Анапчане, как и все жители России, выбирают дизайн новых купюр. Голосование уже стартовало. Необходимость нового номинала банкнот 200 и 2000 рублей банкиры объясняют экономической ситуацией в стране. Как будут выглядеть новые денежные знаки, предстоит решить путем голосования. На сайте конкурса «Твоя-россия.рф» любой желающий может выбрать город и до 4 символов, которые могут появиться на деньгах. Анапа тоже вступила в гонку. Символами города, достойными появиться на купюрах, голосующие называют белую шляпу и маяк. Во второй этап пройдут те географические объекты, которые набрали не менее 5000 голосов. В лидеры уже вырвались Москва, Санкт-Петербург, Архангельск и Хабаровск. Также в гонке участвуют столицы Кубани. Краснодар. Финальное голосование пройдет осенью, в ходе которого определятся 2 территории с символами, которые и станут лицом новых банкнот. Результат объявят 7 октября текущего года. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи.
Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.